Мы тут, короче, с Арсом Пегасом замутили один трек. Называется «Поэт из России», а «Поэт из России» у нас один. Самый такой, четкий. Это Арсений. Да, он ни хрена не умеет обращаться со стойками. И ничего. Надо обязательно дунуть, если... А? Да, ну да, согласен. Хорошо. Ну что, погнали? Давайте поддержим группу 0 метров до неба! Литпом 10! Лайфстар, дай шуму! Подбираю слова вместо лампадки. Свет горит и мысль в голове сыра. До раннего утра буду заполнять строчками тетрадку. Эмоций мне не жалко, хоть и в голове дыра. На сердце пули еще хватит на десятки лет. Таких, как я, зовут поэт. Хотя уже перевернули и перемешали все понятия, значения. Разве что не вызывают на дуэль пока еще меня. Пишу о том, что происходит или творится в лучших традициях Тарантино. Если бы умел снимать картины, но я продолжаю глумиться на белом листе бумаги. А мне посылают знаки, будто бы я убийца русской литературы. Всего святого в этом мире мои стихи в сортире, только читать и то забыли. Без меня жили и проживут еще довольно долго. В библиотеке пока не освободилась. Поступил в Мессии, я поэт из России. Все города искали, все практически за спасибо. Только о чем писать, конечно, забыл об этом спросить я вас. Простите за это, поэта, извините. Были районы, кварталы или жилые массивы. Я поэт из России, так и еще не осилил. Даже если бы попросили, скрутили и посадили, потом бы признали. Я к пропаганде вражде настроен так же, как к разбою. Меня везет троллейбус В с окраской ярко-голубой. Нам обещают новый путь, усердно устилая плиткой. Но разве в новой плитке суть, когда оборвана калитка? Когда в избе прогнивший пол, когда засовы держит слава, когда он Интерпол, враги вселенского масштаба. Когда отходит микрофон, как будто я сорвал болячку. Вот это здесь камерфон. Давайте лучше про собачку. Поступил в Мессии, я поэт из России. Все города искали, все практически за спасибо. Только о чем писать, конечно, забыл об этом спросить я вас. Простите за это, поэты, извините. Были районы, кварталы или жилые массивы. Я поэт из России, таких еще не осилили. Даже если бы попросили, скрутили и посадили, потом бы признали, извинившись, отпустили. Спасибо, я еще вернусь на это. Похлопаем эту человеку. Это просто было круто.